Если спросят, как ты добрался? На метро. Через какие станции? Сен-Лазар. А потом? Порт-де-Шампере. Да. Я порву всех. Очень надеюсь. Только давай не по-настоящему. Это что за парочка? Спрашивали тебя. Знаешь, что такое ГСВ? Генеральная инспекция по социальным вопросам. И они недовольны. Вы взяли на себя сомнительные обязательства. Нам поручено изучить ситуацию и привести ее к стабильности. Это не просто организация. Это люди, готовые прийти на помощь тем, кем никто не хочет заниматься. Ты должен быть на занятиях, нет? Я вам так скажу. Многие отводят глаза, но есть и другие. Кому не все равно. Почему 15 лет врачи больницы каждый день звонят мне и спрашивают, есть ли у нас место еще для одного ребенка? А для чего тогда нужны они? Ты никому не отказываешь, а расходы растут. Ты уверен, что это того стоит? Вы дарите надежду. У большинства сотрудников даже нет образования. Я бы выдал им докторскую степень за терпение. Особенно. Кино с 16 января.